Всем привет, с вами Взрыв Мозга, и это 20 самых необычных спиннеров. Все ссылки на спиннеры в описании под видео. Поехали! Этот спиннер подойдет любителям поиграть в Sony PlayStation, думаю, всем знакомы эти 4 символа. Спиннер, сделанный полностью из металла. Преимущество и необычность этого спиннера в том, что он полностью разборной, а на место деталей, которые вы выкрутили, можете прикрутить что-нибудь другое. Еще один металлический спиннер из латуни, но уже выполненный в виде штурвала корабля. Моряки будут в восторге. Любителям светомузыки и дискотеки, думаю, понравится этот спиннер. Он имеет светодиодную подсветку и возможность воспроизведения музыки через Bluetooth. Также он имеет встроенный аккумулятор и заряжается от USB. Следующий спиннер тоже музыкальный. В отличие от предыдущего спиннера, он не только может воспроизводить музыку через Bluetooth, но и через карту памяти, а также имеет три динамика и кнопки управления плеером. Этот спиннер реально необычный. Необычность его заключается в том, что при его вращении вращается каждая шестеренка. Этот спиннер такого же типа, но только в другом дизайне. Те, кого успокаивают деньги в руках, то крутите долларовый знак. Металлический спиннер в виде трех черепов. Если в предыдущем спиннере черепа вращаются, то в этом череп остается неподвижным. А это, наверное, самый практичный спиннер. Его многофункциональность поражает. Спиннер можно использовать как брелок для ключей, открывалку для бутылок, как карабин, а также как пряжку на рыбалке. Он выполнен из высокопрочной нержавеющей стали. Оригинальный металлический спиннер в виде орла. Следующий спиннер выглядит как будто что-то инопланетное. Он выполнен из цинкового сплава и может вращаться от 1,5 до 3 минут. Этот спиннер не менее необычный, также выполнен из цинкового сплава. Металлический спиннер в виде щита супергероя комиксов Капитана Америки. Следующий спиннер тоже из разряда комиксов, но уже выполнен в стиле Железного Человека. Все помнят сцену из фильма Гарри Поттера, как он ловил снитч. Так вот, этот спиннер из металла выполнен в виде снитча. Преимущество его в том, что как Гарри Поттеру его ловить не придется. Особенность этого спиннера заключается в том, что при его вращении воспроизводится надпись «I love you». Это будет отличный подарок для любимой девушки. Для любителей покурить и покрутить спиннер подойдет спиннер-зажигалка. Она имеет встроенный аккумулятор и заряжается от USB. Также есть спиннер-зажигалка с светодиодной подсветкой. Следующий спиннер имеет те же характеристики, только выполнен в другом стиле. Если хотите приобрести данные спиннеры, ссылки под видео в описании. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.